Вот 50 евро у меня в кармане лежало, и немножечко загрязнилось, видите? Вот незначительно, ну так, ну, может и значительно, но все равно. В Германии такие принимают. Здесь, на солнечном берегу, в Болгарии, ни один обменник не принимает. Они как только видят, сразу назад ее суют. Не, грязная, грязная. Грязная, грязная. Ни один обменник. Я прошелся по всем обменникам. Все как один, грязная, грязная. Так что, друзья, аккуратно свои купюры храните, аккуратно их держите. Плавки нельзя засовывать, как я это сделал. Потом не принимают здесь, видите, так что аккуратно будьте с деньгами и Болгарией.